Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Castle Storm. У нас кампания «Пересечение ручьев». Битва у моста. Хорошо, поехали. Так, давай-ка мы зайдем в снарягу и посмотрим, что нам здесь выбрать. Слушай, я, наверное, уберу все-таки вот эту вот овцу и возьму вот эту вот птичку. Идеально подходит для точного удара по ключевым врагам. А ключевой враг у нас будет дракон. Так, что же нам с вами здесь еще замутить? Наверное, я улучшу вот это вот копье наше первоначальное. Офигеть, следующее улучшение. 17 тысяч голды. Очень-очень не кисло. И у нас, кстати, появился дух-хранитель. Так, улучшить я его, к сожалению, не могу. Зато могу улучшить нашего вояку сэра Гарриса. Ну что ж, друзья, думаю, достаточно этого. Начать бой. Поехали. Будем смотреть, что нас там поджидает дальше. Блокада моста. Ну, разрушить замок или... Ну, как по стандарту все, да? Давай-ка... Так, пока никто не идет. А мы, наверное, будем с вами начинать первый. Что такое, друзья мои? Опять волки тут идут. Лопушки, это не волки. Так, мои лучники, естественно, будут мне помогать. Без их помощи я здесь ничего сделать не смогу. Да куда ты бежишь, эй? А этот с рогом, друзья мои, будет бафать. Что там такое сейчас вылетело? Очень интересное. Очень зловещее. Так, он бросается уже в меня, да, всяким хламом. И я тогда буду тоже начинать бомбить. Так, мне кто-то там что ли ломает? Нет, показалось. Показалось. Так, давай-ка... Грифона, конечно, грифона мне нужно вызывать, друзья мои. Так, копишка. Давай, валим. Так, слушай, мы можем с вами... Вон того, вон, баффера, наверное... Почему? Почему не получилось? Он, как всегда, сбивает, да? Не-не-не-не-не-не-не, друзья мои, так дело не пойдет. Давай-ка яблочко сюда бомбанем. Отлично. Так, а валунами будем бомбить уже по самому замку. Ух, хорошо-то как. Ну, куда ты разогнался, парень? Правильно, грифа. Так, его наказ... Бедный грифончик мой, подбили его. Ну, это ерунда, мы еще вызовем с вами. И лучников. Все, пока отлично, друзья мои. Дух-хранитель. Куда я его могу... Воу, погоди, а что он делает? Нифига себе, ты понял, что делает дух-хранитель? Просто пробегает через все поле и уничтожает всех врагов. Хе-хей. Ладно, давай валуны, где валуны мои? Вот они. Опачки. Неплохо, друзья, я сейчас прожарил. Так, давай еще одного грифона вызовем на всякий случай. Ну, Палыч, давай бомби. У него уже, кстати, 5 уровня. А у меня еще 4. Это не есть хорошо, друзья. Это вообще плохо. Дай-ка я вот сюда стену поставлю. Ну что ты, ты думаешь, тебе тут можно все, что ли? Разогнался. Бросаем яблоко, как всегда, друзья мои, вовнутрь. Ах, смачно. Так, валуны. Валуны, без валунов-то как же. Слушай, ну у него крепкие стены. Так, грифоны, надеюсь, справятся. Одного уже опять подбили. Вызываем следующего грифу. И стрелков. Конечно же, нам нужны стрелки. Как можно больше. А он тоже, кстати, не может попасть по грифонам. Смотри, опа. Нет, тут он, конечно, не увернулся. Но, тем не менее, у них хорошо получается уворачиваться. А я могу? Нет, мы уже это проверяли. Я не могу на грифона повесить святой щит. Так. Разрушение. Практически ползамка я ему уже разрушил. О-хо-хо. По-моему, он кого-то уже не сможет вызывать в ближайшее время. Эть, нормуль? Нормуль. Так, что там? Грифона еще одного подбили мне. Вот шитики. Ладно, друзья, вызываем, конечно же. Вызываем грифона. Жалко, у меня нету каких-нибудь таких мощных юнитов, да? Вот, например, голем. Где? Я, наверное, что-то не сделал или чего-то не получил, чтобы мне можно было выстраивать голема. Потому что у врага, вы помните, когда мы дрались, да, с противником, с таким же рыцарями, как и я, у них уже голем там был. Так, ну-ка. Подбили. Вот так вот, нормуль. Так, друзья, давайте вызовем, наверное, чувачка, который будет бомбить ядрами, и паладина. Вау, ты посмотри, он мне тут тоже
пол, блин, замка размозжил, эй! Так, друзья, я там радуюсь, да? А у нас дела-то очень и очень плохо идут. Давай, давай, быстрее, нам нужно быстрее промять его замок. Накося, нифига не вышло хорошего. Давай так, яблочко зарядим. Вау! Так, остается еще одну постройку уничтожить, и все будет хорошо. Я могу, наверное, вот так вот чисто копьями разнести. Нет? Не получится? Бесполезно, по-моему, да? А если я вот так сделаю? Птичка, ты где? Вон она летит. Давай проверим. Проверил. Давай, говорю, проверим, ага. Ну? Да что ж ты будешь делать? Что ему еще надо, друзья? Зачем я рано-то взорвал? Так, ну вы видите прекрасно, да, что я не могу уже двух юнитов вызывать. То есть это у нас получается лучников, да, и катапульты. Я не могу призвать. Это не есть хорошо. Дай-ка я сюда стену поставлю. Мало ли сейчас он что-нибудь... О, видишь, что он делает? Так, а мы должны с вами уничтожить еще одну постройку. Вот эту, походу, дело, да? Дай-ка я, наверное, туда бомбану яблоком. Да что ж такое-то? Что ему нужно бомбануть? Я не могу понять, что нужно пробить. Так, рыцари мои, паладины уже, как говорится, бомбят. А, кстати, у него же все. Он не может никаких юнитов вызвать. Поэтому мы сейчас просто заберем флаг и попробуем его быстренько унести. Естественно, он будет бомбить. Конник, давай, ты довольно быстрый, шустрый. Ты должен утащить. Ты смотри, что делает, а. Ты посмотри, что этот охламон делает. У нас, кстати, на замке тоже не так уж и много здоровья. Смотри, он всякий мусор в меня бросает. Блин, он достал. Так, хорош тут. Давай вот так вот сделаем. Пускай бомбит по нему до посинения, ничего не сделает он. О, пока скилл этот действует, он ничего сделать не сможет. Есть! Отличная работа, победушка. Все-таки я его опередил, хламона этого. Так. Ага, вот это яйцо. Наконец-то после всех этих драк сытный завтрак, это то, что надо. Друзья, мы же, по-моему, уже это видели. Убери руки, вор. Мы же с вами так грифонов приручали. Беги, беги, трус. Зачем второй раз нам это тогда все делают? Это должно быть ваше. Угу, грифон склонился. Ладно, хорошо, может быть, так было задумано два раза. Так, ну что же, мы это все с вами завершили дело. Превосходство в воздухе и научные интересы. Причем два сюжетных задания. А как это они так вместе их сделали? Хм, научный интерес и превосходство в воздухе. Причем превосходство в воздухе у нас уже пройдено. Значит, пойдем на научный интерес. Да, друзья? Начать бой. Интересно, ты сможешь выиграть предстоящую битву и при этом не нанести вреда аванпосту викингов? И зачем мне это делать? Ты что-то задумал, не так ли, старый друг? Да, я хотел бы изучить дикую и могучую красоту архитектуры викингов. Архитектуры викингов? Могу поспорить, тебя больше интересует их знаменитый черный эль в пивоварне. Ну, это просто... Ни слова больше. Я постараюсь сберечь драгоценную культуру викингов. Только оставь и мне немного этой культуры. Научный интерес. Захватите вражеский флаг. То есть в наших интересах именно флаг захватить, да? Мы должны сохранить... Блин, мы должны сохранить, короче, культуру. Замок в целости и сохранности. А он, значит, будет по мне бомбить. Обалдеть, они мне усложнили заданица. Ладно. Я попытаюсь, друзья мои. Я попытаюсь как-то все это дело замутить, сделать. Если бы он по моему бы замку не бомбил бы, да, и тут было бы все. Ты смотри, что делает, а? Упырь. Так, грифона, я думаю, вызывать пока не будем, а вот конников надо и лучников. Ну куда ты бежишь? Куда ты, волчара, бежишь, позорный? Даже не могу попасть по нему, а? Докатились! Попасть уже по волку не могу.
Ладно, конники справятся. В общем, в наших интересах пробить ему ворота. Надеюсь, вы это поняли, да? Будем уничтожать ворота любыми способами. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Так, подожди-ка. В наших интересах захватить этого... Ать! Хорошо-то как. Давай, родной, беги. Так, будем уничтожать ему ворота. А для чего? Для того, чтобы мы могли с вами захватить флаг. Да. В наших интересах захватить как можно. У него нет дракона, друзья, давайте глянем. Дракона у него нету, и это хорошо. Ты! Ты видел, как огр практически моментально снес. Ты что сделал, эй? Он взял, превратил. И опа-на, обратно флаг. Ты смотри, что он делает. И это надолго? На совсем, что ли, он превратил, да? А почему у меня такого нету? Да, друзья мои. Ну, хорошо, что у нас есть грифон. Так, в общем, в наших интересах настроить как можно большую армию, да? Захватить этот флаг и убежать с ним к ядрене фени. Для этого... Давай Нет, дух-хранитель нам пока не нужен здесь. Если вдруг мы увидим с вами здесь какого-нибудь огра... Как они достали, а? Как они достали? Надо армию клепать. Очень много нужно именно пеших юнитов, которые ходят. Которые ходят. И причем довольно быстро, которые ходят. Да я сюда вот так вот сделаю. О! Огр, то, что нужно для меня. Спасибочки. Давай, вот вместе вы как раз быстренько-то и... Где там птичка? Летит? Давай-давай-давай, захватываем флаг и чешем отсюда. А я их попробую прикрыть. Естественно, всякими ядрами, шарами. Твою же налево, он опять превращает, да? Моих юнитов в куриц в каких-то. Непутевых, никудышных. Ну да, так он и делает, друзья, так он и поступает. Вон, видишь, бросает эти пробирки налево и направо. Ладно, а мы тогда будем вот так делать. Ходжа! Чтоб было им неповадно. Так, дух-хранитель, вылетай. Без тебя никак вот. Всех-всех-всех. Отлично. Флаг. Тут совсем осталось немножечко, друзья мои. И флаг у нас в кармане. Архитектуру, блин, сохраним. Викингскую. Да ну, ты смотри, что делать, а? Давай-давай-давай, конешечка. Давай-давай, родная моя. Есть, победа. Вас не остановить. Ясные глаза. Горячее сердце достижение получил. Что тут у нас, друзья мои? Ха-ха-ха. Мы... Победу отмечаем. Они наконец-то оставили свои линии обороны. Это опасные враги. Но недостаточно опасные, чтобы остановить тебя. Вау. Приветствую, воща рыцарей. Это Фрейя. Это викинг? Я пришла сюда с миром. Убить ее сейчас же. Ну она же... Тихо. Я приказываю. Цыц. Это всего лишь девочка. Мы тебя слушаем, малышка. Ага. Меня зовут Фрейя. Меня отправило к вам сопротивление викингов. Сопротивление викингов? Да. Многие из викингов не желают участвовать в безумной войне вождя Авнарога. И они отправляют послом юную девушку. Должно быть, это невероятно грозная организация. Мой отец был предводителем сопротивления, но пал в поединке с вождем Авнарогом. Мои соболезнования. Но что это за Авнарог? Это самый свирепый, кровожадный и злобный викинг, которого только знал мир. Это он украл ваш самоцвет слез, чтобы соединить его с нашим. Объединив силу двух камней, он получит могущество, с которым покрыт весь мир. А может быть и звезды. Как же нам его остановить? Для возвращения в Викингландию он пользуется потайным проходом через туманные горы. Да, вы можете его остановить. Хорошая попытка, девочка. Но мы тебе не доверяем. Говори за себя, лорд Руфус. Я ей доверяю больше, чем кое-кому из своих людей. У нее глаза ясные, словно горное озеро. Значит, отправляемся в туманные горы. Именно. Фрейя, показывай дорогу. Вот так, друзья мои.
Получен бонус золота. 12 500. Неплохой куш, я тебе скажу. Так, друзья мои, новый рекорд, это все понятно, а мы с вами двигаемся дальше. Боец дня, 4 убийства, это грифон-то у меня. Так, побочное задание, атака рыцаря-грабителя и расчистить путь. Слушай, давай-ка мы с вами, наверное, пройдем побочку. Я прохожу побочные задания только лишь ради голды, друзья мои. Так, у нас 17 тысяч денег. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем одну вещь прекрасную, которую я давно хотел сделать. Это улучшить наши камушки. Почему камушки? Потому что это основная боевая единица, которой мы с вами наносим колоссальные повреждения. Кстати, яблочко тоже не помешало бы улучшить. Но пока вот я хочу камушки именно. Так, и давай теперь улучшать будем яблоко. Все, да? Больше ничего мы пока улучшить не можем. Дух-хранитель 2600 стоит, чтобы его пропать. Так. Грифона не хватает. По-моему, я больше ничего не смогу сделать, да? К сожалению. Ладно, друзья мои. Здесь тоже, да? Ничегошеньки не выйдет. Ладно, поэтому мы с вами и будем проходить побочные задания. Так, опять у нас тут вражда, опять мы все на стреме. Воу-воу-воу-воу, куда это мы побежали-то? Сэр, как хорошо, что вы прибыли. Нас атакуют эти вероломные рыцари. Спокойно, солдат. Кажется, я уже это видел. Именем нашего повелителя, лорда Руфуса, он хотел сказать, согласись. Именем нашего безымянного повелителя мы заявляем свои требования на королевскую крепость. Сдайте город, и мы никого не тронем. Хм, скажешь такое еще раз, и уж тебя-то я точно трону. Получается, переговорам конец? Я и не собираюсь переговариваться с предателями королевства. Я надеялся, что ты так и скажешь. Уладим наш спор на поле битвы. Ради бога. Атака рыцаря-грабителя. Защитите столицу. Ах, вот оно как. Ладушки, ребята, у меня есть. Ой, у меня армия тут есть. Ну-ка, давай-ка мы устроим этим ребятам карнавальную ночку. Изи-катка. Да, ребята, изи-каточка. По-другому не скажешь. Лука, куда ты ползешь? Мы просто вот тут сейчас встанем и будем их тут кромсать. И все, никто даже не сможет ничего сделать. Правда, времени у нас с вами в обрез. И мне кажется, что скоро здесь пойдут големы. Ну-ка, паладин, давай подходи. Так, время у меня истекает, к сожалению. Лорд Руфус, получается, друзья мои, предатель. Верно? Ага, ага, голем идет. Где моя... Пробирка, пробирочка, иди сюда. Голем мне нужен самому. Опа. А ну-ка, големчик... Устроим тут. Молодец, красава. Так, а мы в этот момент что с вами делаем? Армию плодим. Давайте, вот грифончик у нас тут полетает как раз. Паладинчик придет. Ай, по красоте. Ну что ты там делаешь-то, елки-палки. Мелкий бомжик. Ай, голем пошел в обратку, блин. Туф, паладин, неплохо, да, нам замах такой делать. Фух. С такой армией, друзья мои, я вообще тут пройду все на изи. Нет, 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 не надо еще одного голема. Бу-бух. Слушай, а сколько он наносит повреждения? У нас птичка, например. Давай проверим. Мало. Ладно, я могу, знаешь, что сделать? Дождаться пробирочки и просто его взять к себе. А ну-ка. Ать, хорошо-то как. А могу я его сейчас подхилить? Могу вот так вот сделать. Блин, ты погоди-ка, погоди-ка, он еще одного голема вызвал, ты прикинь? Бумс. Слушай, а мы, по-моему, сильнее. Да нет, нифига мы не сильнее. Это мне так показалось. А где все мои юниты-то? Так, мы справились, ты прикинь, мы одолели этого голема. Да он ватный, оказывается, да? Ну-ка давай, големчик, ать, не успел, чуть-чуть не успел. Так, давай, наказываем их всех тут. Сейчас мы здесь с вами немножко голды заработаем, да? И пойдем на основную миссию. Это кто такой? Это еще что за чудо в перьях тут выбежало? Где мой дух? Хранитель. В
Смотри-ка, даже до сих пор... А, можно было его, наверное, приворожить к себе. Надо будет на будущее запомнить, что этого рыцаря приворожить к себе, и все будет у нас хорошо. Так, и давай-ка я этого тоже захвачу себе, голема. Да ёпрст, ну куда ты, банка-склянка упала? Не туда, куда надо. Ну, давай, отлично, накрыли медным тазом вражеского голема. Так, давай еще одного грифона вызовем. Слушай, он, по-моему, не может, да, подбивать воздушные цели, поэтому мои грифоны здесь чувствуют себя вообще великолепно. Так, еще один големаш вышел. Ну, что я могу сказать? Могу вот так вот сделать. Вообще ни о чем, ребята. Слабая атака, ну-ка. А ему не... Ему все, ему конец. Победа! Вы герой дня, и еще бы не герой дня. Ты мне, главное, покажи, сколько ты мне финансов отслюнявишь. Вот что меня интересует больше всего. Слушай, неплохо. 8 штукарей. Это, кстати, нормуль, друзья мои. Так, побочное задание. Возвращение рыцаря-грабителя. Или будем расчищать путь. Блин, деньги нужны. Возвращение. Ну давай, друзья мои, сделаем еще одну побочку. Я так понимаю, что... Ага. Так. Именем... Теперь мы уже, да? Это же мы? В общем, мы забираем этот остров. Хм, почему ты все время нападаешь на нас со спины? Ты должен помогать нам сражаться с викингами. Я сражаюсь только с врагами моего повелителя. Хм, так значит, викинги не враги твоему повелителю, интересно? Хм, очень умно, старик. А теперь мне нужно захватить этот остров. Хм, я восхищен твоим боевым духом вновь броситься в бой после столь унизительного разгрома. Во второй раз и меня не победить. Ага, значит, мы поменялись, что ли, замками? Или как это происходит у нас? Да, друзья, мы с вами поменялись замками. Ты прикинь, мне как-то даже немножко неудобно бомбить именно в том направлении. Ну что же, он сам напросился. Он сам напросился, поэтому... Я, честно говоря, думал, что это как бы наши, поэтому... Немножко даже растерялся. Именем короля Руфуса. Я тебе сейчас устрою Руфуса. А почему, интересно, у него действительно с викингами перемирие? Мне кажется, он работает на них. Почему-то так вот кажется, и все. Могу, конечно, ошибаться. Или какой-то... Ой, ой-ой-ой. Пардонче, парень, пардонче. Давай, Грифа, я жду тебя. Ты мне здесь очень нужен. Ты посмотри, он бомбанул разочек и уже сколько здоровья отнял. Это разве справедливо? Это несправедливо. Чувачки с катапультами бесявые. Так, нам нужно с вами что-то еще замутить. Давай мы тоже будем вызывать этих чуваков с баллистами. Так, и в конце-то концов. Погоди-ка, а у меня что? У меня нет камней. Значит, у нас как вариант только лишь... Только лишь что? Только лишь захватывать флаг, получается, да? Угу. Ладно, давайте-ка я возьму нашего сэра Гаррита. Ага, да-да-да-да-да-да-да. Куда ты разогнался? Сейчас я тебе ворота-то тут поразношу. Они там уже еле-еле, ребята, на соплях держат. Что? Ты посмотри-ка, этот чувак еще драться может. Так, ладно, не будем слишком близко подходить. Вот так вот, издалека будем бомбить. Такую-то, а, гады. Так, а я могу флаг взять? Нет, флаг я, к сожалению, взять не могу. То есть флагом должны заниматься мои юниты, да? Ладно. Нет проблем, как говорится. Ну, паладин, он очень медленный, поэтому в наших интересах вызывать, конечно же, конника. Оу, а у него грифон, оказывается, есть. Ёлки ты палки, у него есть грифон. Это значит, нам надо вот так вот делать с вами. Защиту. Блин, где мои юниты все? Давай, конник, выходи. Как они быстро его, а? Паладин такой довольный, думаю, сейчас у него все получится. Фигушки, ничего у тебя не получится. Расстреливаем. Расстреливаем, друзья, всех. Прикрываем, так сказать, нашего паладина. Да чтоб тебя разорвало на тысячу мелких кусочков. Слушай, знаешь, как мы можем сделать хитренько? Знаешь как?
мы можем с тобой, например, завербовать того же самого паладина. Смотри, как это будет выглядеть. Он развернется и пойдет вот так, и он пойдет за флагом. А мы в этот момент вот так вот сделаем. Да чтоб тебя, ну ты смотри, он просто так не сдается. Слушай, паладин сильнее конника. А в чем тогда преимущество, я не понимаю. Давай, 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 Палыч, ну сматывайся. Нет, он взял, отвлекся, он взял, отвлекся. Давай, давай, убегай, 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 убегай. Давай, красава, красава, чеши. Добегался, отчесался. Флаг, я не должен позволить его отдать. Выпускаем хранителя ангела. Вот так вот. Все сделано для того, чтобы забрать как можно быстрее флаг. Надо срочно конницу вызвать. Конница на прикрытии, друзья, естественно, на прикрытии. Кстати, он все, смотри, птичками своими бомбит. Ну! Есть! Чтобы царствовал один. Естественно. Ну, неплохо, почти все звезды, друзья мои. Почти все звезды. Точность 81%. Отлично. Так, ну денег, конечно, тут дали маловато. Всего 3000 голды. Так, месть рыцаря-грабителя. Он все не успокоится. Ну, хорошо, давай попробуем месть пройти. Что на этот раз он там будет вякать? Че, вообще ничего, что ли? Да ладно, а нет. Именем, именем. Он уже устал. Сам себе плеуху. Так, тихо. Ты все еще претендуешь на земли короля? Конечно. Наш повелитель настаивает на том, чтобы мы захватили этот край. Значит, нам повезло, что он нанял не того исполнителя. Очень смешно, Гаррет. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Так, по-моему, тут... Так, разрушите замок или захватите флаг. Ты смотри, с чего он начал. Это что за голем? Это что за голем такой? Ты посмотри. Это тебе не тот обычный големишка. Тут смотри какой. Так, друзья мои, ну-ка, лучник. А ну-ка, Гаррет. Как у нас Гаррет будет вести? Чего? Иди ты в пень. Ну-ка. Отойди, отойди. Да ну. Вот это да, вот это мощь у него. Какие-то слы там еще прут. Ладно, со слами я разберусь. Мне нужно вот этого голема захватить себе. Смогу ли я? Время истекает, друзья мои. Бум! Вот она, пробирка копится, друзья, пробирка копится, накопилась. Ну, вот так-то вот. А теперь посмотрим. А теперь посмотрим, кто... Блин, зачем я копьями по своему же бомблю? Так, друзья мои, давай птичку. Пускай птичка тут у нас бомбит. Так, вызываем грифона, вызываем лучников, вызываем паладина. Смотри, как ему не нравится, сразу засуетился, начал бомбить. Ну, естественно, мы с вами флаг-то ему сейчас бомбанем. Так, у меня магия есть? Магия есть, я могу вот так вот поставить защиту. Ватные, кстати, тут у него пока юниты. Смотрите, какие-то на ослах. Это ерунда. Это для нас ерунда. Големчик наш идет. Ну, а мы что? У нас, кстати, нету таких вот камней, чтобы мы... Кстати, я случайно камни не убрал у себя с инвентаря. Тихо, опять еще один. Нет, но этот голем будет послабее. Давай, посмотрим. Вау, просто снесли все к ядрене фени. Смотри сейчас, как будет великолепно все это выглядеть. Он же сейчас такую мощь обрушит на нашего врага. Мы разрушим ему ворота, естественно. И в этот момент у нас подойдут наши быстроходные юниты. Ну-ка, дай-ка глянуть. Смотри. Бамс. Я думаю, так 5 ударов, наверное. Нет, 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 нет. Так дело не пойдет, парень. Я на это не рассчитывал. Так, пробирка, давай. Ага. Захотел чего. Давай, друзья мои. Так, это мои грифоны, мои. Дальше бомбим. Дальше бомбим ворота. Главное, чтобы он не использовал свою пробирку. У него не должно быть ее. Так, а я в этот момент вызываю конников и паладинов. Давай, 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 друзья мои. Ах. Сэр Гарри-то могу позвать? Могу.
Сейчас я буду тоже помогать ломать ворота. Вот они. Так, коник, давай, быстрее хватай. Да чтоб тебе, кто там еще мешается еще мне. Ай-яй-яй-яй-яй, конника это подбили. Так, давай, Палыч. Вся надежда на тебя, я тебя прикрою тут. А голем флаг взял, нет? Давай, давай, бежим, бежим. Бежим, я тебя прикрою, если что. Я тебя прикрою. Так, кто там? Ой, ой-ой-ой. Какие-то ослы тут нелепые. Так, друзья мои, флаг валяется. Без присмотра причем. Я этого не могу позволить. Давай, конник, быстрее скачи. Слушай, ну этот голем, конечно, очень жесткий. Ты посмотри, очень жесткий. Его фиг так пробьешь. Смотри, что делает. А ты смотри, что делает. Он яблоками взрывающимся бомбит. Овцу бросил. И думает, это ему поможет. Нет, друзья, это ему... Давай, давай вот так вот сделаем. Святую защиту. Чтобы его хотя бы он поближе отнес флаг. Эть, и она закончилась, да? Да ну! Так, конник, давай быстрее, хватай и заноси. Ху, о да! Победушка за нами, друзья. Так, сколько финансов мы получили? Покажи, пожалуйста. Но 2000 голды. Слушай, я надеюсь, он успокоился на этот раз. Или нет еще. Начать бой. Кстати, друзья, я хотел... Да, я, по-моему, в снаряжении убрал камни по нечаянности. Да, вот так вот нужно все это делать. Так, ну что, у нас в общей сложности 13 782 монетки. Соответственно, я буду апаться. Так, кого? Чего? Паладинов. Паладинов надо бы улучшить. Так, грифонов. Вот. Улучшаем с вами грифончиков наших. Вот так. И теперь паладинов. Так, и конников. Хорошо, да? Так, здесь у нас больше ничего пропасть не может. Не хватает элементарно финансов. Так, могу улучшить вот эту вот магию. Могу хил улучшить стену. Давай вот это вот, наверное, улучшим маленечко. Отлично. Ну что, друзья, переходим к следующей битве. Ага. Обводка трупов-то... Завал, да? Видимо, кто-то завалил. Или что это такое? Голем, что ли, какой-то, нет? Дорога закончилась. И почему я не удивлен? Ничего не понимаю. В горе должна быть пещера. Хватит притворяться, соплячка. Ты завела нас в тупик. Не называй меня соплячкой. А то что? Глядите. Камни шевелятся. Точно, это голем. Мне не нравится все это. Ёпперсете. На горе там вон козел горный стоит. Как же надоело всегда быть правым. Сматываемся. Так, я понимаю, расчистить путь, победить врага. Какой он здоровый. Ты посмотри, какой он здоровый. Ты что, серьезно что ли? Я ему вообще не нанесу, не наношу повреждения. А куда ему тогда бомбить-то надо? Эй, гора. Смышь. Так, средняя кнопка мыши. Используйте заклинание героя, чтобы внести за спины врагов. Во, смотрите. А, подожди, тут еще мелкие големы. Господи, я только сейчас увидел его. Давай, наказываем. Никакой пощады. Так, друзья мои, это уже шутки плохи. Чего? А куда же тебе бомбить-то тогда? Эй, ребятушки, что за дела? Что за дела? Как я... Ну-ка давай, грифон, может быть, нам в этом деле поможет. Используйте заклинание защиты от снарядов. Понял. То есть, когда он будет... бомбить снаряды, мы должны вот так вот будем с вами делать, да? Дай-ка я этого голема захвачу. Да куда ж ты, блин, наклонился-то? Не надо валун свой бросать. Во! Ты понял? Как я ему сейчас в чанчик-то зарядил. Ну-ка, 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 ну-ка. Блин, он ладошку свою выставляет, и я не могу ничего сделать с ней. А, ну магия не действует, да?
Так, ну, а куда грифон у меня делся? Ну-ка, давай посмотрим. То есть он ставит вот эту вот ладонь, и мы ничего не сможем сделать. Что ты? Что ты? Так, друзья мои, а вот так тоже бесполезно, да? Че он там? Отмахивается, гад, он отмахивается. Бубух, бомбанул, притопнул, да, называется? А ну-ка. Дай-ка я... О, валун сейчас будет брать, да? Надо будет в хариум уметиться. Ну, где там валун? Что-то чешет репу. Да что за дела-то такие, эй? Что-то не прокатывает такой вариант, друзья мои. Лучники, все это понятно, стреляют, это все хорошо. Что-то чешет опять репу свою. Чесун. А если я вот так вот сделаю? Нет, 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 нет. Друзья, валун. Во, ху-ху. Нормуль. Опять он, смотрите, в защиту встает, а мы с вами вот этого голема забираем к себе. Слушай, ну тут бесполезно, пока он вот так стоит, ничего нам сделать с ним нельзя. Абсолютно, он просто неуязвим. Поэтому давай вызовем грифона, вызовем наших лучников. Да, это будет долгий бой. Ну прикольно, вот прикольно, я обожаю такие вот игры. Где, ну, голем, конечно, вообще, смотри. Представляешь мне такого, а? Чтобы он был за нас. Это было бы вообще прикольно. Так, если он бросит валун, мы с вами сможем поставить защиту. Опять бедный мой грифончик. Подбили его. Не психуй. Эть! Даванул. Даванул всех моих вояк. Так, ну что, готовы? Друзья, готовы, 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 готовы. Бросаем. Вот так вот, захотел чего-то. Научились, наконец-то мы с ним справляться. Давай еще одного грифона вызовем. И, наверное, все-таки тут нужно побольше лучников. И вот этих вот ребят. Они довольно неплохо должны наносить повреждения. Ну-ка. Катапульщики вот эти вот наши. Они урон наносят побольше, чем лучники. Хотя лучники стреляют почаще. Так, опять оклемался он. Он оклемался. Так, готовимся. Что, где у нас там снаряд? Давай вот так вот сделаем. И будем отмахиваться, отмахиваться. Грифон, грифон. Ай, нет, промахнулся. На-ка. Ну что, половину здоровья мы отняли. Смотри, что делать, да? Все-таки... Так, берет валун, да? Ну, бери, бери, бери. Бери, бери валун. А я в этот момент вот так вот сделаю. Ать! Красота. Слушай, а если я вот... Блин, это бесполезно, наверное. Хотя вот так можно попробовать. Не вижу вообще. Наносим урон хоть какой-нибудь. Наносим. Друзья, наносим мы ему все-таки урон. А вот в ладошку тоже наносим. Или не наносим, не могу понять. Так. Хорош, хорош, буянить. Нормуль опять он оклемался. Что он там сейчас будет отмахиваться, нет? Грифончика вызовем, чтобы он ему мозги компостировал. Да, бедный мой грифа. Так, секунду. Он опять что-то собирается замутить. Где мой снаряд? Мое яблочко взрывное. Давай в лицо прямо ему. Сосунок. Валунами бомбим, конечно же. Пробиваем, как говорится, его каменную броню. Какая нафиг каменная броня, если он сам состоит из камня? О чем я говорю, а? Так, давай вот так вот попробуем. Друзья, ну что, осталось совсем немножечко ему тут побомбить. И он сдуется. Он отдуплится. Как интересно, туда баран попал, а? Вот на ту гору. Наверное, голем его туда забросил. Так, давай, грифа, улетай. Ага, блин, сразу же подбил. Ну, он сейчас будет брать камень, это понятное дело. Поэтому, друзья, готовимся. Ага. Так, в лицо лови. Опа. Совсем чуть-чуть, друзья, совсем чуть-чуть осталось нам. Ах, как хорошо. А этот голем у нас просто ходит беспонтово. То есть он его не бомбит, ничего ему не делает. Просто гуляет здесь. Вот
Интересно, если я ему прямо вот в голову нацел сделаю, ну-ка. Ага, птичка все-таки может вот ему нанести повреждение. Ну, не в голову, а в живот. Что, 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 что ты там оклемался, оклемался он. Давай, давай. Опять, опять хочет валун взять? я готов, парень. Даже не надейся. Нет, он все-таки... Это будет последний выстрел, чувствую я. Ну? На-ка! Да, ребята. Да, он не сдался, он просто уполз от нас. И победа, славная битва. Каменная преграда, я получил достижение. Открыт новый боец, каменный голем. Сверхчеловеческая сила голема делает его практически неостановимым. Спасибо, наконец-то я получил себе нового юнита голема. Ну, конечно, не такого, которого вот сейчас был, а вот тот маленький, который бродил рядышком там. Фух, шикарно, шикарно мы сегодня с вами повоевали. Снаряжение, так, а что у нас по снаряге? Что-то новое появилось? Ага. У нас с вами открылась, вот, ребята, башня, не башня, а голем. Для этого нам что, придется взять новый замок, где именно уже этот голем присутствует. Давай посмотрим. Здесь есть, вот, друзья, здесь есть как раз башня с големом. Так, здесь нету. Значит, возьмем с вами вот это. У нас, получается, здесь лучники, да, будут. Грифон, голем, хиллер и конники. Да, я возьму именно этот замчик, я выберу именно его. Все. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, наверное, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим проходить эту замечательную игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. No one ever said